В настоящее время широкое распространение получили различные системы видеонаблюдения, которые позволяют оперативно принять необходимые меры согласно сложившейся обстановке, сохранить жизнь и имущество, выявить кражи и отстоять свои интересы в судебном разбирательстве. Для ведения видеонаблюдения применяются различные видеокамеры, установленные в любых удобных для этого местах. Сигнал от таких видеокамер может сразу поступать на какой-либо источник вывода видеосигнала, например, телевизор, или выводиться на специальное устройство – видеорегистратор, такой, например, как модель BM9225, позволяющий записывать поступающие к нему видеоизображения, выводить его на подключенные мониторы и передавать по сети. Видеопоток поступает на видеорегистратор, подключенный к нему от 1 до 4 видеокамер. Главное отличие цифрового видеорегистратора от системы, основанной на использовании мультиплексора и видеомагнитофона, в том, что видеорегистратор сохраняет получаемый видеопоток не в аналоговом, а в цифровом формате. Установим плату в компьютер, для чего аккуратно вставим плату видеорегистратора в любой подходящий PCI-слот на материнской плате. Подключите видеокамеру к плате видеорегистратора при помощи видеокабеля, который обычно поставляется вместе с видеокамерой или приобретается отдельно. Видеорегистратор оснащен БНЦ-разъемами. Для подключения к нему видеокабеля с разъемом типа тюльпан используем переходник. Подключим к камере блок питания. Установим программное обеспечение с идущего в комплекте диска. И запустим программу. Мы увидим основное рабочее окно системы, разделенное на 4 части. Ведь, как мы уже сказали ранее, видеорегистратор запускает подключение до 4 видеокамер. При необходимости каждое из изображений можно вывести на весь экран, а также записать на жесткий диск. Нажав на кнопку «Настройки», мы перейдем на вкладку «Видео», где можно выбрать качество, разрешение, количество каналов и стандарт сжатия записываемого видео. На вкладке «Запланированная запись» мы сможем настроить день и время начала и конца записи для каждой видеокамеры. Нажав на кнопку «Воспроизведение» и выбрав нужную нам видеокамеру и нужное нам время, мы в любой момент сможем просмотреть уже сделанные ранее записи. Являясь ключевой частью охранной системы видеонаблюдения, видеорегистратор модели BM9225 идеально подходит для подключения системы видеонаблюдения на небольших объектах, таких как квартира, дача, загородный дом. Он поможет обеспечить вашу безопасность и сохранить целостность и сохранность ваше имущество и ваши деньги.